Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я делал несколько скринкастов по работе с Google Analytics. Инструмент этот очень полезный, но не единственный. Оказывается, показатели по трафику можно анализировать еще и с помощью Яндекс.Метрики, нашей, так сказать, родной. И в чем-то да простит меня Google, она даже дает ему фору. Понятно, что найти Яндекс.Метрику проще всего в Яндексе. Я не помню точно, нужно ли производить какие-то дополнительные действия в первый раз, но, по-моему, если вы авторизованы в Яндексе, ничего дополнительно делать не надо. Вы автоматически попадаете в свой личный кабинет на Яндекс.Метрике. Понятно, что начинать нужно с создания нового счетчика. Имя – это для себя, адрес – создать счетчик. Забыл принять соглашение. И, соответственно, нам предлагают код счетчика, который мы должны вставить в хидер. Но мы, понятное дело, этого делать не будем, а воспользуемся, как люди прогрессивные, Google Tag Manager. Подробно рассказывать о работе с Tag Manager я не буду, у меня есть отдельный скринкаст об этом, ссылка в описании. Единственное, на что нужно обратить внимание, то, что прямой связи с Яндекс.Метрикой тут нет, и вставлять нужно через пользовательский HTML, что, в общем-то, ничем не отличается от интеграции связанных сервисов. Все, мы подключили, все работает, можно начинать использование. Какое-то время он будет проверять счетчик, потом вот этот значок сменится на зеленый, счетчик установлен корректно. У меня на это потребовалось минут 10, и с этого момента Яндекс.Метрика начинает собирать информацию по посетителям. На заглавной странице под названием «Сводка» собраны виджеты с основными показателями. Страницу эту можно настроить, но об этом позже. Что тут есть еще? Вообще все отчеты, мыслимые и немыслимые, собраны здесь. Вот, например, время загрузки страницы. Вещь полезная для тех, у кого есть вопросы по работе сайта. Если сайт грузится медленно, трафик сильно снижается. Люди просто не дожидаются загрузки страницы и уходят. А еще тут есть весьма полезная вещь – UTM-метки. О том, как работать с UTM-метками, я делал скринкаст, ссылка в описании. Так, еще тут есть всевозможные карты – скроллинга, кликов и так далее, и веб-визор. Но об этом в следующем видео. А сейчас очень коротко о сегментах. Сегменты – вещь также крайне полезная, но тут пока пусто. Нужно создать хоть один сегмент, и вы поймете, что это. Берем любой показатель, открываем сегменты, готовые сегменты и выбираем, например, новые посетители. Добавляем условия, ну скажем, люди, пришедшие из социальных сетей. Тут куча социальных сетей, выберем Facebook, можно еще вот Одноклассников выбрать. Далее добавим еще одно условие – для людей, у которых пол мужской. Причем не просто мужской, а еще и возраст от 25 до 54 лет. Сохраняем сегмент. И теперь у нас всегда под рукой вот такая узкая выборка. Ну и последнее в левом столбце – это настройки. Основные настройки по счетчику. Здесь же можно его удалить. Либо удалить можно здесь, в счетчиках. Соответственно, здесь же вы можете добавить счетчик для какого-то другого сайта. Последнее, о чем я хочу сказать, это, собственно, настройка виджетов основной закладки «Сводка». Ну, во-первых, вы можете их двигать, менять местами, как вам заблагорассудится, просто зажимая левой кнопкой мыши в правом верхнем углу виджета, где нарисованы такие вот черные квадратики. Также вы можете редактировать уже существующие виджеты. Вот сюда, например, можно добавить еще отчет по просмотрам, например. И также вы можете добавлять сюда собственные виджеты. Например, в виде показателя, мы смотрели в отчетах скорость работы сайта, но вот можно добавить этот показатель сюда. Скажем, время до отрисовки. Видите, он появился. И еще ответ сервера. Ну и также вы можете удалять виджеты, создавая рабочее пространство, которое подходит именно вам. Ну вот, подключается все просто, в использовании Яндекс.Метрика также достаточно проста. И при этом есть в ней две замечательные вещи – карта кликов и веб-визор. Но об этом в следующем видео. Все, любите друг друга и Яндекс, ну еще немножечко Google. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.